Тренер, последнее напутствие своей 17-летней подопечной Николь Гасвияни. Для своей произвольной программы они выбрали прелюдию Сергея Рахманинова. Как вы понимаете, довольно много российских болельщиков на трибунах. Гасвияни выигрывала, я уже говорил, всего 0,03 у Завадски. В свою очередь уступала двум японкам, которые будут выступать в главной разминке, в сильнейшей разминке, уступала им совсем немного. Что можно сказать? Конечно,
падение в самом начале программы – это всегда такой серьезный стресс. Но вроде бы не произошло ничего такого страшного, но тут действительно нужен такой характер, чтобы отрешиться вот от этой неудачи и в дальнейшем выступать, как ни в чем не бывало. Но это легко сказать, а сделать порой бывает очень сложно. Понятно, что повлияло это падение на всю дальнейшую программу. Не все получилось с прыжками у Николь. В частности, вместо тройного Ридбергера был двойной, мы это хорошо видели. Также уже в самом конце программы вместо тройного тулупа был только двойной тулуп. Ну и в целом у нее получилось всего два каскада вместо трех. Но я думаю, что арбитры должны во второй оценке быть добрее, что ли, потому что в целом вот программа производит очень хорошее впечатление. Она очень пластична, изящна. И, конечно, если бы вот эти неудачи в прыжковой части, она могла бы набрать очень хорошую сумму. Ее личный рекорд, которую она показала на чемпионате Европы этого года в Загребе, 103,49 балла. Понятно, что в любом случае, это с этим, говорится, спорить не приходится, она сейчас возглавит турнирную таблицу, но я все это говорил в том плане, что сумеет ли она обойти японок, двух японок, которые были выше нее после короткой программы. Но это уже будет зависеть от японских фигуристок. Ну вот что можно еще отметить, что оценки за компоненты программы, вот за хореографию, за прокат, за выразительность у нее очень даже неплохие, где-то под 7 баллов. 98,28 балла. Она с этой оценкой становится лидером. Ну и